Привет, друзья! Продолжаю публиковать различные ритуалы, заговоры для всех людей. И сегодня у нас будет очередной заговор, ритуал на удачу. Его можно выполнять практически каждое утро. И сейчас я расскажу, что нужно правильно делать. Этот заговор отлично подойдет для активных людей, которые хотят каких-то начинаний, ищут какие-то возможности для самосовершенствования. Также новые возможности для бизнеса и так далее. То есть должно быть какое-то движение. Итак, первое. Подготавливаем воду. Идеально подойдет вода из любого источника проточного. Ну, например, с колодца или какого-то ручья, или из артезианской скважины. Я знаю, в городах много таких есть точек, где люди набирают эту воду. В крайнем случае подойдет талая вода. То есть, собственноручно заморозьте воду, и чтобы она с вечера оттаяла и была готова на утро. Обычную воду также можно использовать, но в ней содержится очень большое количество информационного мусора, и он может перебивать весь этот ритуал, весь этот заговор. Итак, наливаем утром на рассвете, когда вы встали. Желательно это делать пораньше. Ну, примерно там с 6 до 8 часов утра. Налили стакан нашей проточной воды. Желательно находиться отдельно в какой-то комнате, чтобы не было никаких звуков, животных, радио, телефоны. Все убрать. Полная тишина. Желательно закрыться в этой комнате, поставить перед собой стакан, наклониться примерно 10 сантиметров перед стаканом и 3 раза прошептать такой заговор. Вода водится, ты даешь мне напиться, ты даешь мне умыться. Так дай мне водиться 3 капли удачи, 5 капель везения и море счастья. Ключом замыкаю, водой омываю. По слову моему, пусть все сбудется. Аминь. После прочтения просто небольшими глотками до дна выпиваем данный стакан воды. Лайк, если вам понравилось это видео. И встретимся еще.